Выписка новых сочинцев по традиции прошла в торжественной обстановке. Этот счастливый и запоминающийся день совпал с празднованием Дня города и в семье Шпаловых. И, возможно, не случайно. Взяв впервые в руки сына Михаила, отец не скрывает эмоций. Более того, сегодня день церковный Архангела Михаила. Счастье не передать. Простите. Счастливых родителей в этот день поздравляли не только родные и друзья. Представители ЗАГСа и страховой компании вручили мамам и папам первый документ их ребенка, свидетельство о рождении, а также приятные и необходимые для новорожденных подарки. Но самое главное – это новых жителей в свой день получил город. На сегодняшний день с 0 часов уже родилось 19 младенцев. И это 10 девочек и 9 мальчиков. Среди них есть двойня. И, конечно, вспоминая былые времена и сегодняшний день, такое количество детей мы рожали в течение 2-3 дней. Тут практически день только начался, а уже 19. К слову, только с начала года количество новорожденных достигло более 300. Ну а отцов тех малышей, которые появились на свет 21 ноября, уже завтра будут чествовать на площади у Южного Мола. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.